будучи председателем Московской городской думы, я вошел в правление Торгово-промышленной палаты Москвы в середине 90-х годов. И вот с этого времени это велась активная работа с Торгово-промышленной палатой. Непосредственно с сентября 2014 года я пришел в Торгово-промышленную палату сначала старшим вице-президентом, потом через два года избрался президентом Торгово-промышленной палаты. И вот до настоящего времени с огромным удовольствием работаю в Торгово-промышленной палате Москвы. Она стала узнаваема, она стала известна благодаря той работе, которую Торгово-промышленная палата проводит. Нас немного, сейчас 3800, но самое главное, все, что мы делаем, делаем в интересах всех предпринимателей города Москвы. А к нам приходят предприниматели успешные, состоявшиеся и, самое главное, неравнодушные. А перечислять акции – это на несколько листов можно, чем мы гордимся. Мы гордимся нашей работой. Перспектива огромнейшая. Дело в том, что институту торгово-промышленных палат во всем мире более 500 лет. И вхождение нашей палаты и Российской торгово-промышленной палатовой системы – это гарантия, что мы входим вот в эту мировую систему, объединяющую предпринимателей. А если совсем, чтобы было понятно, вот детское такое прекрасное стихотворение, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке.